Гляньте, как красиво. В Бирском районе у нас. Мне все время этот пейзаж нравится. Вот я прохожу мимо, на закате красиво. Сколько этим деревьям интересно лет. Вот красиво, вот так вот прямо домик такой этот. И вот сосна. Такая красивая. Закат такой красивый. Вот такая красота. Видите, какая прелесть, да? Какие лавки. Видите, какая красавица. И там вот ее. Холодно сегодня, я вот сегодня тепло оделась, что холодно очень, прямо не по-весеннему, 5 апреля, а холодно, как-то морозный воздух такой. Вот такие почки красивые, видите, на деревьях. Ой, красота какая. Божественная как. Сейчас поближе приближение сделаю. Вот такая красотень. Видите, как красиво. Вот иду на закат. Вот такая ветка. Прямо такая. Красиво, да, смотрится? На фоне облаков. Вот это красота какая. Какие почки красивые. Я люблю любоваться вот на эти почки, на листочки, на красоту этого древа мира. Вон сосны, видите, какие они. Вот, экология, конечно, здесь тяжелая. Машин много. Привет, Лен. Экология такая. Есть сосны такие маленькие, скукошенные такие прямо. Свернутые прямо такие. Больные прямо видно. Вон там вдали остались. Но живут. Как-то выживают они.